Урожай удачников садовых товариществ рядом с Павловкой оказался под угрозой. На прошлой неделе подача воды была ограничена из-за того, что вода в реке изменила цвет и приобрела неприятный запах. Вся живность в водоеме погибла. В выходные воду вернули в трубы, однако большинство садоводов так и не решились поливать грядки. Рыба вообще плыла дохлая. Чайки здесь вообще тут кормились. У нас среда, суббота, воскресенье дают воду. Но в среду не стали давать, она еще была мутная.